попушить постараться, но уязвим, очень уязвим к Burst Damage. То есть какой-то Слардарч из Amplify сейчас появится действительно VR с Focus Fire, то профетка ничего не сможет сделать. Там банально привязка или стан, ее просто сметают. Когда она добирается до своих Bloodstone'ов, Shift'ов и так далее, это понятно, что она становится менее уязвимой. У нее там Юлы, она может много чего заевейдить, но в начале... Ну да, надо добраться до этого всего. Это очень сложно, особенно такой персонаж, который, в принципе, не имеет... Ну, как SF, на самом деле, Deathprophet своего рода, у нее нет эскейпа никакого. То есть, если к вам пришел там какой-нибудь лич, дал нову, вас замедлил, или там Слардар прибежал, дал стан, то вполне возможно, вы потом погибнете, потому что пару молдов... Ну, не пару, просто там мел, то есть там трэпа какая-нибудь от Ларки. Ну, в общем, ладно, посмотрим, чем вичи отвечают на Deathprophet. У Deathprophet единственное, что вот сейчас очень хорошо, то, что есть Октарин. И она может налегке просто Bloodstone заменять на Октарин, который дает ей просто нереальный бёрст к ДПС. Во-первых, ультимейт гораздо чаще можно использовать. Вот это самое важное, то, что в свое время она была топ-пик раньше, а потом пропала из-за того, что ультимейт порезали там немножко дольше, откат и так далее. Вот плюс, конечно же, вот этот сварм, который там вот сейчас он 8 секунд, да, если прокачать пассивку, будет 4 секунды, а с Октарином 3 секунды вообще. Это 3, каждые 3 секунды 300 магического урона влетает. Ну, как бы, по-моему, это очень круто. Это нормально. Да, неплохо. Чем вичи будут это контрить? Нужен какой-то бёрст дальше. Я предполагаю ВР-ку. ВР-ку пока не пикуют. Это появляется в Винтер Виверна. Но Лич Виверна слишком два таких морозящих саппорта. Если Виверна еще какую-то агрессию может проявлять, то у Лича есть только Нова, которую он кидает очень-очень редко. И этого саппорта бояться не стоит. Виверна, конечно, смотрится поярче. Виномансер. Но они собрались просто дико пушить. Просто дико пушить. Четвертые варды, экзорцизм, идти и сносить вышки. Да. Но у Вечи такой пик, у меня ощущение, что у них все как будто бы под Дарксира собирается. То есть мы даем стяжку, под стяжку там стенку, туда же Лич забрасывает Chain Frost, туда же Слардар прыгает там ультит. После всего этого, там если кто-то выживает, Виверна еще ультимейтом накрывает. Вот, но тут Дарксир вообще-то не нужен, тут я не вижу смысла для Дарксира, и, в принципе, сейчас вичи должны решать, как они будут бороться с этим вот пушем, который набрали Unknown. Они берут Тини! Окей. Ну, мы видели уже это. Уже мы это видели, правда, исполняли это, да, Team Secret, если не ошибаюсь. Или, подожди, это исполняли Team Secret или же Вичи Gaming? Я сейчас вспоминаю. Нет, это исполняли точно Team Secret. На Тине играл Уиха. Закидывал постоянно Слардары, и смотрелось это очень весело. Как раз таки играли не против Вичи Гейминг. Вичи Гейминг вот просто переняли себе стратегию. Усвоили урок. Галочку поставили. Так, это запомнить. И Джиггернаута банят. Подожди, а Тине... Получается, это кэрри, да? Это или мид, как? Скорее это всего. Мид. А, это мид. А, ну да, он же себе блинк там выфармит, да, и будет такой, типа, потом агрессивный. Да. И ясно. Хорошо. Окей, ну интересно. А тут лансером отвечает пока Radiant что Вичи Гейминг. Ну, сейчас... кстати, странный бан лансера. Я бы больше, наверное, даже какую-то здесь пугну, наверное, банил больше, чем лансера. Потому что здесь ярко выраженный пуш. Лансер, ну, он вписывается, конечно, в пуш, но не против Лича, Виверны. То есть до появления каких-то артефактов на выживаемость, Виверна с одного бласта будет сбривать все иллюзии. Это печально. Ну, в общем-то, да, там и Тини камнями подзасыпет, и, в общем-то, да, с иллюзиями проблем не будет. А, Пугна, кстати... Ага, Вайпер. Ну... Получается, на Монстр здесь идет No Flame, Профетка идет в мид, точнее, Вайпер, наверное, идет в мид, а Профетка на изи, либо наоборот. То есть, я сомневаюсь, что есть Вайпера... Вообще пока трудно понять, может быть, не хватило, мне кажется, будет... Unknown немножко вот жесткости, чтобы вот добрать еще одного третьего, там, короче, четвертого персонажа для... Медуза? Да. Лол! Будем останавливать ваш пуш просто. Ну, я, короче, хотел что сказать. Я думал, вот... Ты правильно сказал, что надо еще одного взять, еще жесткого пушера, типа Пугны там или ну кого-то или какого-то паро, который мог бы собрать некрономик
кон. И просто пойти и все там за 10 минут, ну не за 10, хорошо, за 20 все это разобрать. Но взяли вайпера, который, вот, я так понимаю, в мид пойдет. Ну, судя по тому, что Кахарн. Ну, неважно, куда пойдет вайпер, там в мид или не мид, это не суть. То есть смысл в том, что теперь пуш выглядит, ну, он был вообще очень жестким пушем. А так теперь тут не совсем пуш получается. Или что у нас был? Как тогда будем? Ну, пуш, то типа... все равно пуш, потому что вайпер забирает на быстрые мейки, они идут толкать и так далее. Другое дело, как пушить. Слишком много спылов, которыми можно откидываться. Медуза, Тини, Виверна бластами и так далее. То есть, посмотрим, что из этого выйдет. Пройдемся пока по составам. Сток будет играть на Андаинге. Команда, конечно же, Unknown, Виномансер, Хатсунемику, блин, как же мне нравятся эти ники, Котарау Хаяма будет играть на вайпере, Тускар это Гриди, и кобочки, в них Атун написано, это Death Prophet. Ну да. В общем, Вичи Гейминг, друзья, тут немножко попонятнее, мы к ним уже привыкли, и никнеймы у них попроще. Тини, это супер. Будет помогать ему Виверна, которая Фай управляет, на Слардаре, Айс, 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 сложная линия уже он стоит. Last Pick, который нас всех очень сильно удивил, это Медуза для Бёрнинга, посмотрим, что он сможет на ней выформить. Ну и, конечно же, тот самый, как ты сказал, объедатель или подъедатель, Лич. Да, он подъедает вражеского мидера постоянно, то есть тот испытывает недостатки в крипах, и при этом приходится находиться постоянно на вражеском хайграунде, потому что будет стараться, я уверен, супер держать лейн где-то вот в этой области, и зачем тебе сюда спускаться не надо, здесь тем более находиться не надо. То есть идеально под вышкой, тебя трудно загангать и так далее. Ну что, появляются баунти руны, стычки за них не будет. На топе она остается без проблем профетки. На ботом ее забирает Тини, который будет копить сейчас, понятное дело, на ботл, виспа у нее нет. Ну и вот Лич жирает первого крипа в медле. Начинается бодиблок. Уже подъел. Да, в итоге вайпер получает уже стан. Пол хп его размяли, айс, айс, айс. Хорошо, причем такой. А, слушай, а один на один они тут будут стоять, так вообще проблему айс, айс, айс они будут стоять. Они не будут стоять один на один, в медле триплы ни при каких раскладах не будет. Сейчас вот первое время, может быть, пытаются погонять здесь Тини и не давать ему очень много набирать. Я просто подумал, может быть, они против Медузы кого-то отправят, чтобы не Таск там был один, а еще кто-то. А ты Медузе как бы не особо что делаешь. Гелем намазали айс, айс, айса, вайпер травит, очень маленький ему в спид, 153 всего, подходит сюда Лич. А что может сделать Лич? Вот то, о чем я говорил. Приходит сюда Лич, и что он может? Он не может ничего. У него есть обжор крипа, окей, он скушал крипа. А как он защищает своего тиммейта? Никак, он ничего не делает. Пока да, но потом у него второй левел появится, будет чуть попроще. А левел, кстати, второй у него появится буквально вот, ну, я думаю, он после этих там убивков двух, он уже будет второй. Там тем временем Тини там зашвыривает крипа очень высоко, но не попадает по больше, поэтому не продамаживает ее. А тут отбиваются фласками. Что-то гоняется Виверна, ну, не то чтобы гоняется, с Андайн. Все-таки пришел сюда Андайн к Таску. Какое-то время поставить против Медузки. Ой, шардами закрыли девочку. Хорошо, теперь просто срубить, но никакого тут станового парня нет, ну, кроме сноубола, но решили не закатываться, так что с Медузой все в порядке. Там Анашилд уже есть и манга, поэтому ты прекрасно понимаешь, что ты вкатываешься, ну, да, надо кучу-кучу урона нанести. Так, ну что, Слардар будет пытаться ластхитить здесь по максимуму. 4-0 у него пока имеется. Чуть лучше дела обстоят у Тускара. Тускар топ-1 крипстатс на карте, несмотря на то, что он стоит на оффлейне. Да еще и против Медузы ранжевой. А Медуза не пробивает вначале его. То есть там 53 урона, это очень-очень мало. Тусик с каким-то щитком, а у него как раз таки есть щиток. Он не ощущает банально этих тычек. Пошел сноубол. Катится, а что так глубоко, шардами отрезал, нужно съесть манго, есть манго, есть слоу, Виверна не подпускает к Медузе, можно, кстати, кинуть и сожрать немного маны, так и происходит. Она не отлетела в Андайн, да, слишком далеко, видимо, он... Не, работами, просто... айс, 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 просаживается, его продолжают травить, нет, его отсюда уже не отпустят, как мне кажется, съедает он танкус, но все равно, наверное, умрет. Нет? Еще тик. Вайпер погибает. А как погиб вайпер?
Его что, вышка добила? Да, его просто убила вышка. Вот так вот, слушай, ну какой-то супер жесткий просто получается у нас АСС. Причем в нем был ботл. В нем был ботл, который ехал от профетки. И теперь стоять без ботла, подхила никого нет. Должен сейчас кто-то прийти в мид ее прохарасить, чтобы заставить уйти на базу. Ну, Лич может и не уходить оттуда. Да нет, он решил... А, думает. Чем бы ему заняться? Ну, пока ничем, пока просто бегать. Тем временем медуза прилетела на линию, и Фай уже так вот отогнал этих наглецов от этой самой медузы, чтобы могла она немножечко там все пофармить и почувствовать себя хозяйкой на этом лайне. Меж тем у Банши тоже все, кстати, неплохо по отношению к Тине. 21 крипа она уже убила, 13 убил супер, но у него и в прошлый раз были проблемы, ну, то есть я имею в виду на прошлой карте с мидером противника, однако мы помним, чем все это закончилось. Ну, Тини здесь будет исполнять роль катапульты, когда Слардар чуть поднаберет хотя бы 6 уровень, а может быть и раньше. Вот сейчас Айс прожимает спринт, может быть даже он поедет в мидл. Пока что он, понятно, контролирует руну, появляется баунти, забирает ее и пошел в мидл. На топе же Тини забирает хасту. То есть сейчас, в теории, профетка очень уязвима. Да, минус манша. Появляется... Пошел Айс, ее видит, новый есть слово, пошел стан, засыпали, ну это минус. И причем это First Blood достается Айс. Для Слардара это на самом деле огромный подарок, можно еще постоять получить 5 уровень здесь. Что у нас тут? У нас тут Snowball, V5, F5 тоже минус. Загулял. Но а Медуза забирает еще килл, поэтому нормальный размен, по мне, дать вернингу возможность убить вражеского героя. Медузе вначале эти деньги очень-очень нужны. Никто пока не стакает эншентов, стоит обратить внимание. Может, конечно, рановато, может, просто не хотят поработать немного на бёрнинга. Айс, пошел спринт. Так, и окей, дикий получает, дает станчик, хороший, кстати, стан, но шардами открывает, Сноубол, в двоих летает, айс, может погибнуть здесь, да, погибает он, и погибает, кстати, да. Ну и снова кстати, размен, да, размен, да, на килл Демедузы, то есть неплохо, такой вариант, да, прокатывает. Арма, да, нормально. Да, 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 там сейчас аквилка появится, какой-то сапожок там она себе доберет, все будет неплохо. Вот, пожалуйста, уже у нее есть овертредс, да, и к тени летит заряженный фуловый ботл. Супер. Ну, пока да, у супера, естественно, никаких там супер крутых артефактов нет, пока только начали, но их нет ни у кого. Кстати, перемещается Айс после своей смерти. Айк напал на Вайпера, дается стан. Вайпер замедленный, Фенрир его бьет. Давайте, еще сейчас будет стан через 3 секунды. Ну, все, погиб. Выложил артефакт. Просто забайтить, я так понимаю. Ну, наверное, но не получилось. А артефакт задонайлите, тут ядом помазал, да, виномат. Сейчас еще сам погибнет. Смотрите, Фенрир его замедляет, и сейчас будет стан, а Тайсайса, да, есть стан. И бьют с руки просто один удар, еще один удар, и еще последний. Нет, не последний, там стики были. Стики гоняются, Тайсайса по кругу бегает, но вот сейчас убивает. Ну это какой-то конвейер фидинг на самом деле начинает сейчас от Unknown. Нельзя так фидить Слардара, он с транквилами, он быстро восстанавливается. Ему сейчас одного хрипа до Amplify Damage, а под Amplify Damage это все гораздо быстрее будет происходить. Лич без маны, он сейчас ничем не может помочь, он сейчас просто экспится под вышкой. Тини 34 уже догнал Баншу, скажем так, крипстату. Сейчас вайпер вернется на линию, он так опасливо эту руну подбирает, и его там примут. Лидж даст опять новую, и забежит на него Слардарчик, даст там стан, потом стан, и все. Слардарчик пытается получить 6 уровень. Ну да, ну, очень хочется Amplify. Что у нас на топе? Как чувствует себя Медуза? Медуза 32 крипа. Ну, топ-3 по крипстацу. Ну, 2 фрага хорошо. У нее, да. Да, у нее 2 фрага, у нее все в принципе неплохо. ПТ-шечка есть, базилка есть, можно добрать аквилу. Медуза это трудно убиваемый таргет, поэтому с каждой минуты его все менее охотно гангать. Ты на нее видишь, ты видишь, что там щиток будет какого-то 3-4 уровня манашил, ты понимаешь, что ты банально ее не убиваешь, тебе дэмэджа не хватает. Ну вот выход в мид сейчас будет. Туск 6 уровня, если что, сможет нормально по тени вдамажить. Угу. Ну, что-то придумали пока. Ну, тени там еще, кстати, иллюзиями может как-то заходить, развести. Но нет, на иллюзии пока не ведутся, заходят. Тут очень быстро надо сбрить, потому что если Вивер не успевает сделать ТП, ну, вот сейчас если будут шарды и будет Сноубол, должна Верна уже делать ТП, так происходит, банч, задувка. А, тут прилетает Слардар, стан по твоим, отличный навес, и хоть кого-нибудь бы убить, Amplify Damage, да, погибнет здесь, понятное дело,
Один человек не отпустит отсюда Ивиномансера, можно гнаться и дальше, на самом деле, видит Тускара, создалась иллюзия, Вижн имеется, Даггера пока нет. Ну и урну покупает себе Слардар. Ну, Супер тоже, к сожалению, погиб, там его Undying. Игл за ним гонялся и добрался. Что дальше? Дальше, смотри, сейчас сноубол в лицо и панч, вот так вот, хорошо, есть стан, продамим, а стан, но минус айс-айс-айс, да. Перебоковал, не достал станом, зачем пошел так глубоко, неясно, ну, сжадничал, любит у нас айс-айс-айс пожадничать, покуролесить, полетать поглубже. Ну, думал, может быть, что там маны нет или чего-то такого, там Лич сейчас пришел на себя, крипов как-то сагрил, ну, да, новую, большое. А, и ТП, слушайте, сноубол хороший в Бёрнинга, но шарды плохие, да, есть панч, но атака у Бёрнинга, он еще подерется здесь, пустил змею, там есть у него стики, да-да-да, проел, кстати, эти самые стики, там еще можно по теху переключить, короче, в общем, у него вариантов хватает для того, чтобы выжить, он выживает. И смотрите, что у нас происходит с Вайпером, на которого Фенрир вот сейчас выйдет, и вышел уже айс-айс-айс, ну где же стан, вот он стан, пока Нову не дает Лич, это не надо, а вот теперь Нова, теперь просто с руки, еще один удар, и до свидания. Ну, я так понимаю, парни между собой решали, кому фраг достанется, либо Личу, либо айс-айс-айсу, ну логично, наверное, было бы парню, которому нужен даггер отдать, но нет. Лич. Мы видим то, что айс-айс-айс не торопится в даггер, да, он прекрасно знает, что у него есть катапульты в виде тени, в массовых замесах это именно так будет выглядеть. Бёрнинг, 48 крипов, топ-1 по крипам Death Profit, но у него две смерти, вот недостаток. Ну, нетворс у него, в принципе, на уровне нетворса Бёрнинга, там 3800, 3700, но как бы, ага, закрывает медузовую, как больно, а есть еще и панч, но и верно подхиливает, и верно держит. Держит Бёрнинга в норме. Тиммейт по Дайнгу, сейчас будет его просто расстреливать. Только стреляет, еще и дает змею-то, но дальше просто пару ударов нет, не получается. И убегает отсюда уже Тускар. Сплинтербласт, но Сплинтербласт никого не добил. Но тут есть Виномайстер, который коварно обходит всю эту просто компанию. Не, никуда он не обходит. Ничего у него пятый уровень, у него первый гель. Чем он там может обойти? Да, тут пролетает все это дело по крипам. Бёрнинг продолжает наглеть. Купил себе еще и брейсер. Это барабаны будет. Это будет очень статовая медуза, которую просто не убить. Супер. Забирает баунти руну. На ботме продолжает стоять айс-айс-айс, который будет дофармливать себе, наверное, даггер. Либо форстав даже ему нужнее, я не знаю. Ну, что правильнее будет собрать здесь. Учитывая Виномансера, наверное, все-таки правильнее будет форстав, потому что эти варды, они вообще неприятные. Но, кстати, вот самое время, наверное, поговорить о том пуше, который якобы анноум набрали. Вот 10 минут пуша прошло. Нет. Пуша нет, его просто нет. Может, они ждут, конечно, четвертые варды веника, но это еще долго. Экзорцизм тоже отсутствует, он сейчас должен появиться на 9 уровне, хотя, возможно, прокачает Вичкрафт. Но вообще, пора уже начинать вышки ронять, потому что дальше медуза может и не дать. Ну это да. Откачает Твичкрафт, в итоге решает, что еще есть время пофармить. Ну ладно, фармим. Так, фармим. Ну, может быть, без Юла решила, что как бы. Зачем мне экзорцизм без Юла? Ну. Наверное, есть какая-то в этом. Нет, на самом деле в этом смысла никакого нет. Вайпер тут пугает ультимейтом айс-айс-айса, но тут айс-айс-айс не испугливый, если он пошел под Т2 там сражаться с Таском. Но все равно он ведь пошел. Забирает ушку Бёрнинг. Практически готовы барабаны. Он очень быстро фармит крипов. Он еще начинает сплит-пушить на самом деле. И стягивает на себя внимание. Девятый уровень почти апнут. Четвертый щиток. Четвертый Мистик Снейк. На ботами, кстати, стычка. Пошел чайник. Минус Вайпер. Въезжает сюда. Стики. Айс-айс-айс. Ой, бежит, тычечка. Бежит. Урна. Ну, так, там есть тамба. Давай. Нет, шардами его добивает. Кстати, Фенриру надо просто зомби убить, но зомби погибает от вышки. Один в один размен, что у нас по общим графикам? По общим графикам Вичи Гейминг ведут порядка 5000. Керс есть у Виверны, поэтому подставляться здесь нельзя. Медузу оставляют просто на полном фрифарме на топе. И активно этим пользуется Бёрнинг. Ну, такое ощущение, что хотят подраться вот здесь. Вот Пайп активно подставлялся под это. Тамбу, но... Кстати, у Тени есть блинк, а, блинк есть, но он далеко, вот в чем проблема. Так бы блинк сейчас принесет Слардар с ТП, я так подозреваю, он купился уже смоук, а у него нет места. Придется что-то выложить, нет, он не несет блинк, делает просто ТП на Т2, юзает смоук, Тени, если что, его запнет. Там через ультимат Виверну можно, по сути, да, любого убить, или если он может затостать кого-то. Но в центре они видят Таска, однако Таска, ну...
В принципе, может успеть прожать чего-нибудь. На варде, на своем, они, кстати, видят здесь андаинга и заходят, они заходят на вайпера. Вайпера, ну-ка, да. Ну-ка, станчик, ультимейт. Ой-ой-ой. На самом деле, вайпер здесь ошибся, потому что он решил собирать мидас. Мидас 777 хп против такого так, раскаста. Куда ты идешь? Посмотри, что он делает. Ну, это ж провал. Просто умирает. Ай-яй-яй. Шарды, отрезали тени. Они сейчас еще и виномастера подрежут, смотри. Он уже включил спринт, а если ставится в виноминацию, просто некуда деться. Вот он, пожалуйста. Да, без стана его просто разваливают, нет, неважно. Ну просто конвейер, реальный конвейер. Да, и готов уже даггер, я так понимаю. А нет, 1400 у Слардара. Только сейчас тыкал, у него еще до киллов было 1400, и после киллов 1400. Куда ты деньги сливаешь? Он инвестирует в МММ. Это хорошая инвестиция. Медуза начинает собирать Яшу. Барабаны, Аквила, Яша. Просто идет в дэмэдж. Никаких там гадостей, типа выживаемости дикой а-ля Скади и прочее. Просто в дэмэдж. Да, слишком сильны уже сейчас Вичи Гейминг. У них есть у каждого, в принципе, какие-то начальные артефакты. И пока не готовы анноун драться, а им надо пушить. Вот в чем парадокс. А пушить они не могут. Но, может быть, ультимейт Деспрофит что-то изменит. Хотя, учитывая вот это 1000 хп, она как бы Юла себя может засейвить, но ультимейт Медузы появился. Вот еще самая проблема. То есть начнется какой-то масс-файт, Бёрнинг просто нажимает ультимейт, и там начинается полная рвань. Всем приходится спасаться, а спасаться как-то от спринта и тини не особо выходит. Ждет тини кого-нибудь на помощь, чтобы убить Рошана, что ли? Нет, нет, просто решил идти на ботом. Ну, а Бёрнинг продолжает настреливать, сносит катапульту. Ну, как-то вторая игра, вот, в отличие от первой, совсем в одну сторону была. Да, но если первый анон хотя бы начало задалось, они чем-то давили, там пытались под свою диктовку игру вести, сейчас Вичи Гейминг просто с самого начала взяли преимущество, несмотря на то, что у них вроде как Медуза, а Медуза-то вначале это не такой уж и боец. Посмотри, смоки сейчас идут, вот, возможно, что-то произойдет. Ну, где Юл, где что-то, Банша. Ой, Бард поставили, нет, Баншу, окей, Баншу засыпали, на Баншу забросили Медузу, Банша, а Юл и тебя в итоге пока еще жива, поднимает еще ультимейт. Да, чайник. Угу. Ну, Медуза большая погибла. Чайник дальше летает. Чайник. Ох, чайник-то наваливает. Окей, пытается Бёрнинга как-то забрать, но Бёрнинга забирать не получается. Бросает на зомби. Зомби тоже минус. И супер пошел гнаться-то. Сейчас посмотрим, кого у него будет. У него есть даггер, у него есть вижен, виномансер, буквально еще тычку с руки надо. Накидывает сюда урна. Навес, минус веник. Пытается уйти здесь вайпер, а его отпускают. Здесь просто забирают в это время тускара. Это минус 4 без размена. Ну, мне кажется, еще один такой файт, и GG напишут анноун. Тут на самом деле уже близко к тому, чтобы сейчас GG писать, ну, чтобы понимая да. То, что если ты не можешь убить тем, что напикал сейчас, потом ты Медузу вообще никак не убиваешь. Ты можешь потратить в нее полностью рассказ, а она с каким-то мантостайлом и прочей гадость еще и выживет. И вот айс-айс-айс, амплифай. Станчик, еще огры помогают, есть подсейв ТП, там, конечно, закупается здесь. При этом чем что-то выкладывает в надежде, что айс-айс-айс на это купится, но сейчас не происходит ничего. В общем, в итоге минус 5, да, получилось? Тут в итоге минус 5, да, всю команду поработили, при этом абсолютно без потерь. Порядка 3500 преимущества заработали за этот файт. Ну и стоит отметить кучу уровней, которые они получали. Медуза уже 11-го. В медле сейчас будет частичка. Айс, 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 видит экзорцизм. Решил отсюда спетлять, несмотря на то, что тени с дабл-дэмэджем сейчас врываться никак не хочется. Хотя, может быть, даже и подерутся. Нет, в итоге отдают вышку. Манки у тени мало было. Шил. Ну, а может быть, они просто переждут, пока вот эти вот сестры вернутся к Банше и просто-напросто тогда подерутся. Таск остается здесь один, но вот это не стоит этого делать, потому что там уже резкие парни, у Тини как минимум есть блинк, можно... И Слардар с форстафом. Ну, в общем, да, могут оба залететь, заехать, забежать, так что по одному вообще заходить не стоит. Подставляется под стан снова вайпер, буквально пару тычек, раскаст, минус. У вайпера ничего нет, у него есть рейсбенд на выживаемость и стики, которые он почему-то не стал прожимать. В итоге 14 зарядов отправляются вместе с ним в таверну. А Айс-Айс-Айс имеет уже форстаф, то, о чем я говорил, не факт, что он будет собирать даггер, что катапульт-то есть, надо как-то выбираться, если что... Пошло не так. А Бёрнинг уже вторыми стрелами. 1700 на руках. Появится скоро манта стайл. Денег, кстати, ну, вот самое время заехать хватает. Баншу сейчас. Вот можно повесить ультимейт на нее, заехать, дать стан. Надо какие-то арканы от Лича, но у Лича не арканы, а транквилы. Ой, сайса манки мало. Ой, Тини как засыпает, тут подбрасывает. И Банша, ой, это Тини, боже мой.
Staff. Ну, есть 6 есть for staff. Закрывается там веник. Пошел минус армор. Можно въехать, но не хватает немного манки. Отдал вот так, я сейчас есть урну. Да. Забирает эту урну зомби или банша, я не знаю, но кто-то забрал. Или ее просто сломали. У кого-то она есть. Да, если сесть назад, я себе забрать не успел. Ну, любит он побайтить на такую гадость. Ну да. Итоге байт закончился тем, что выкинул где-то 1000 сейчас на пол. Ну, все равно она была пустая. Может быть, так размещается удар. Сдок, минус армор, стан, подходит Тини, засыпал, должен быть пинок. Да, просто вытолкнули оттуда Тини. Если что, рядом бёрнинг. Ну, пока так получается, что Vici Gaming просто вот за прокаст Тини и там его стан с Лордара могут убить практически любого. То есть им даже с руки бить не надо. То есть они скиллы прожимают, и противник уже погибает. Тот же Вайпер, который якобы плотный, да, там у него пассивка, все дела, но он не плотный. Тини запрыгивает и бросает на своих-то. И надо его просто убить, да, его лич просто лопает вот так вот очень быстро, очень просто. Эти Тавр, Тавр, а Тавр защищать уже некому. А там еще кого-то нашли, там нашли Баншу, ставит Секьюрс, минус. То, о чем я говорил, Берстом ее забрать очень просто. Может быть панч, а не получается сделать панч, там все равно подхил, закинул его на зомби. Минус Гриди, стоит пока зомби, пока жив, пошел чайничек, снова навес, минус зомби, ГГ пишет. Сдох, и то, о чем я говорил, до 20-й минуты все закончили Vici Gaming. Ну, слишком это другой уровень игры немного. Не готовы перуанцы пока текаться с азиатскими грандами. Я уверен, что они с ними банально не тренировались, и они не знают, как играть против них. То есть это другая школа доты, другой стиль игры и так далее. Может быть, перуанцы даже когда будут играть со своим регионом там каким-то, они и дадут бой, но... Vici Gaming — это другой регион, с которым они не играли.